В Красноярске стали известны места компенсационных посадок, где уже до конца октября должны появиться 2000 новых деревьев. Деньги на это выделят из городского бюджета. Начальная цена контракта почти 30 миллионов рублей, и подрядчик обязан будет в течение 3 лет после высадки ухаживать за насаждениями. Стало известно, что основные посадки разместят на периферии от центра и в удалении от мест, где леса были вырублены под строительство объектов универсиады. В списке сквер на Копылова, сквер 400-летия Красноярска, территория микрорайона Солнечный до БДЛК, улица 60 лет Октября, 9 мая, Павлова, Ключевская и другие. Почти 250 сосен, 100 берез и чуть меньше лиственниц и вязов высадят на острове Татышев. Тополя, на которые в летнее время так жалуются красноярцы, разместят лишь вдоль дорог. Напомним, компенсационные посадки – альтернативное решение мэрии взамен одного спиленного дерева высаживать 2 молодых. Только в районе Сопки предусмотрен спил более 26 тысяч взрослых деревьев и кустарников.